И да, дорогие друзья, всех приветствую, это Rocket League, теперь по-русски, уж не знаю, как давно она стала по-русски, надеюсь, что недавно, чтобы не совсем выглядеть полностью идиотом, но, знаете, когда давно я начинал, она была еще не по-русски, я провел несколько пробных матчей, и что-то меня не зацепило. Решил попробовать еще раз, и давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, да, выбираем играть все онлайн, начать, найти матч, поехали. Так, тут нам что-то про сезон пишут, начинается второй сезон, первый сезон закончился, кроны, ага, не дали нам почитать, ну, кому будет интересно, можно почитать в паузе, я думаю, что и перед следующим боем нам все это еще покажут. Ой, какой интересный зал. Да, конечно, начали. Так. Нет. Опа. И вот теперь. Ой. Да, выбивайте мяч. К воротам. Вот так вот. Хе-хе! Мы забили первый гол. И это отлично. А, слушайте, это типа вокзал какой-то или что-то такое? А, там какие-то гудки паровозные слышны. Отлично, поехали. Вот вам. Оп. Так, надо забыть об этой кнопке. Эх. Давайте. Ну. Давайте. Скорей. Давай. Ну. Мяч в центр. Давай, бей! Yes! Ну, я так думаю, что да, голевая передача нам дали очки. И, в общем, неплохо. Неплохо. Ну, пока очень не могу сказать, что быстро втекаешь вообще всю эту ситуацию. И очень быстро начинаешь разобраться. Я еще что хочу сказать, что здесь же очень важно с незнакомыми людьми, фактически с тремя человеками, быстренько как-то сориентироваться, состыковаться, найти общий, ну, так скажем, язык. И... Нет! Блин, нам забили гол. А, печаль, беда. Я кого-то там выкинул, наверное, с защитой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, понеслась. Где там мяч-то? Давайте, отбивайте его, ребята. Так, что-то у нас с электричеством. Ой. Ну как же так? Где мяч? Где? Вот он. Да, давай. Давай. Иди нахрен. Отбивайте.
Войны мои, отбивайте. Нам же сейчас опять забьют. Давай. Блин. Ну, давайте, добивайте. Ах ты, блин. И сейчас они к пустым нашим воротам. И гол, вот это было клево. Да, это был не наш гол, но сделали они это замечательно. То есть мы все были на той стороне поля, а они прошли и оп-оп-оп. И спокойненько все забили. Так, ладно. Отбивайте. Отбивайте. Осталась минута. Еще 2-2. Нас не устраивает такой счет. Ой, вот так вот. Да, я не надеялся, что, конечно, мы сможем защитить. В принципе, мимо мяча я проехал. Наверное, это в чем-то из-за меня получилось. Ну, куда? Куда? Ну, мне кажется, у них, конечно, лучше команда сорганизована. Из-за этого получаются такие ништячки. Да. Добивайте. Да вот же он. Вот ворота. Вот мяч. Ну что? Нет. Ну, да. Затарился. Так, а что-то нам флажок какой-то дали. Ну, нафиг нам такой флажок нужен. Давайте готовность сделаем. Так. Я смотрю, пинг у людей совершенно разный. У нас пинг 52. У кого-то 20, у кого-то 28. Но это, видимо, где-то недалеко они от сервера находятся. У наших противников, кстати, пинг похуже. На мой взгляд. И там, кстати, есть вон Майами диско профи. То есть мы-то новички, а у них какая-то команда такая сильная, видимо. Окей, окей, давайте. Ой, какой прекрасный, симпатичный замок и поле около него. Так, ждем еще одного человека. Так, 5 минут. Давай. Да блин, вот сейчас я сошил. Не-не-не, не давай. Ну, что вы делаете-то, господи? О, забили. Забили, забили, забили.
Ну, куда? Отбивайте, пацаны, пацаны, отбивайте. Давай, давай. Да. Тяжеловато сориентироваться. Ах! Ну давай, давай, давай. Выбивайте, выбивайте его, он сейчас же забьет. Ну ё-моё. Семён Семёныч, ну кто так играет? 1-1. Давай вперед. Да, 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 да! Ха-ха! Супер, супер! Давайте, давайте, хоп! Воу, не-не-не! Выбивайте, выбивайте мячик с нашего поля. Черт! Давай, давай, вылетай. Блин, да что ж ты... Да, вперед! Вперед, воины мои! Куча мала! Ах! Давай, давай! Драконик, выбивай! Да, мой! Yes! Yeah! Супер! 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 Ну, в общем, да, вкататься можно, конечно. Можно, можно разобраться, как говорится. Чем больше вы будете заниматься чем-то, тем оно будет у вас лучше получаться. Так, осталась минута, мы пока ведем. И это хорошо. Но только гол нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Не люблю, когда мяч на нашей стороне поля, потому что как-то мне кажется, это не позитивно.
да, да, добивай. Ну, добивайте. Отлично. Так. Начали, начали. Ведем, ведем. Ведем. Оп. Еще чуть-чуть. Да, да, туда, туда, туда. Ну, блин, не успел развернуться. Эх, не в ту сторону. Ну ладно, ладно. Неплохо. Мне кажется, что неплохо. Окей, давайте дальше. Так, новичок, новичок, любитель. Любитель как-то у нас не очень выступил, я смотрю. Ну и ладно. Давайте начнем. Реванш. Зачем реванш? Так, это что было? Нет, это что, какая-то фигня. Ну, собирается команда, но мы могли ехать. Я вот как-то не понял. Ну, давайте. Вот теперь матч начинается. Да, отлично. Поехали. Давай, давай. Ой! Ой-ой-ой! Так, да, туда, 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 братья. Ну, что вы творите-то, господи, боже мой. Ворота, вон они. Блин. Просто забейте. Кстати, стадиончик очень прикольный. Неужели? Отбивайте. Давай, давай, давай. Давай сюда. Ну что ты творишь? Давайте, туда, туда, туда. На ту сторону. Ну, вон она, вон туда, в атаку. Не-не-не-не-не. В атаку, в атаку! Да, да, да! Да, да, да! 1-0! 1-0! И это было супер! Да, здесь самое сложное, это, конечно, скопироваться, понять, что хочет от тебя твой партнер по команде. Ну вот, в частности, например, в самом начале, наверное, есть смысл немножко подождать, не разгоняться. Давай, давай. Давай. Братыла. Чуть-чуть. One shot. Так, удар в воздухе. Отлично. Куда? Не, не, да, да, да.
Давай, давай, давай! Давай! Давай, бей! Давай, давай, давай! Бей, бей, бей! Молодец, Иисус! Мы играем с самим Иисусом! Yeah! Так, отлично. Мяч в игре. И пока не очень все хорошо. Блин. Пока попадешь по этому мячику, офигеешь. Давайте. В атаку, братья. Какой-то прям тяжелый матч. Давай, 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 давай. Выкидывайте, нафиг выкидывайте его. Ну вот, нам забили гол. 34 секунды оставалось до конца, и теперь вообще и ничья может быть, и все, что хотите. Ну, нам такой вообще футбол-то не нужен. Оп! 30 секунд осталось. Давайте забьем им еще один гол. Ах. В общем, короче, да, команда вам тоже мешает. Победа. Победитель, вы получили приз. Супер. Так, окей. Давайте готовность нажмем. Ну да, очень быстро втягиваешься в игру. Куча азарта, короткие бои, там по 5 минут, куча удовольствий. И сидишь и не хочешь отрываться. Вот такая вот штука. Давайте еще проведем бой. Так, набрали мы игроков. Теперь мы играем за рыжих. И это прикольно. Вот так. Так, наши рыжие. Не-не-не-не! Ну! Иисус теперь против нас. Да, это плохо. Он нормально так забивал. То есть, в принципе, здесь, если создать такую команду рукастых ребят, то нормально можно хорошо играть. Давайте, выбивайте. Иисуса надо контролить. Не давать ему играть. Вот еще один гол нам забили. Да, опять этот Иисус сраный. Да я прям не могу вообще.
Убейте этого долбанного Иисуса. Распните его. Так, опять Иисус там где-то впереди. Опять Иисус прыгает. Долбанный Иисус. На тебе, Иисусина. Давайте, вперед. Да, вот что там делают наши пацаны на другом конце вообще поля? Мячик в одном конце, наши в другом. Зашибись. Ну вот третий гол. Ну, просто хрень какая-то. Так, кто-то у нас ушел, кто-то присоединился. Окей, давайте еще. Вот вам, колбасовера. Давай, Стикс. Ну. Ну, ёпарные кексы. Отбивайте мячик. Что вы творите? Отбивайте мячик. Давай. Вау. Нет, неужели гол? Ну, куда-то мы вообще не туда уехали. Да, что ж такое-то? Ну вот, гол. Да, нас как щенков разделали. Блин, мы же не баскетболисты, мы же футболисты. Походу я забил гол. Сам себе. А может быть и нет. Ну да, вы вроде как типа от нас. Ну блин, Иисус это прям какая-то сволочуга. Осталась одна минута. Я не знаю, на чем там Иисус играет, но что-то у него как-то слишком круто получается. 6-0, как Сопляков. Почему Иисус до этого с нами был и так не играл? Еще 7-0. Просто жесть.
Окей, давайте еще. Ну и сейчас они еще один забьют. Смотрите, вот смотрите. Кто забил? Ейган. Тоже это сволочуга. Просто 0-8. Я такого еще не видел. Ну, конечно, я, у меня не такой уж большой опыт в этой игре. Но... это просто феноменально. Сволочуги, 0-9, 0-9. Мне кажется, мы каким-то большим гадом попали. Так. Давайте, давайте, уводите. Да, победитель синий. Прикольно. Окей. Ну, я думаю, что нам нужно выходить и менять, уходить из этой партии, потому что эти Иисусы, это какая-то хренота полная. Так, давайте играть онлайн. Найти матч. Найти. Поехали. Шестой левел у нас уже. Так, мы подключились, отлично. Ой, какая интересная карта. Бой, я так понимаю, уже идет во всем, ну, в смысле матч. Давайте, давайте. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вау. Это было супер. Это было супер. Ну вот, забили гол. Это отлично. Это супер. Так, разогнались. Оп! Сейчас мячик упадет, и мы попробуем его ближе к воротам. Ну, еще кто-нибудь подбейте. Ай, чуть-чуть. Да, 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 да. Супер. Отлично, давайте еще. Ну вот это я понимаю, вот это я понимаю, это не то, когда какой-то там читер Иисус раз уже на наших воротах и забивает. Да. Ну-ну-ну. Ну! Хрен тебе. Во! Давай, 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 давай! Ну подправьте, ну что ж вы творите-то? Да! Супер, отлично.
Ну, мы здесь как пятое колесо в машине. Но ничего. Радуемся, что команда наша побеждает. И хотелось бы, конечно, забивать голы. Но так как не получается. Ладно. Опа. Удар поворотом. И нифига. Ну куда ты откинул-то? Блин, где мячик? А, мячик вот, у их ворот. Так. Так. Ё-моё. Гол. Отлично. Видимо, те, кто забивает, очень неплохие игроки. Ну, либо им везет. Вот, что я хочу сказать про это. И как Иисус был в том бою, так и в этом бою у нас другие игроки. Оп! Давайте на мячик. Камеру на мячик. Да. Они забили нам, и это благодаря мне. Я демон. Да, вот смотрите, я подправил, и, конечно, да, конечно, они забили. Забили. Окей. Да, ну-ну! Ну, мы так и не забили ни одного гола в этом матче. Может быть, сейчас повезет. Так, давайте дальше. Оу! Ух. Уходите, уходите от ворот. Ну, yes. Ха-ха-ха! Ну вот, не в сухую. Не в сухую. Давайте еще. Еще хочется. Когда забили вы один гол, хотите еще забить сразу. Сразу, да, такое желание забивать. Ну-ну-ну. Еще! Эй, ес, ес, ес! Отлично, давайте еще. Супер! На последней секунде!
Это просто фантастика! Я забил третий мяч. Это был финиш. Да, вы знаете, я думаю, что, наверное, на этом мы закончим. Но... фантастически. Нет, смотрите, еще одна секунда осталась. Ну, мы, конечно, уже не успеем, да. Хотя, нет. Все. Все, оранжевый победитель, но, блин, вот это матч, я понимаю, да. А в том, который перед этим был, это какой-то слив вообще, сливные бачки были. Окей, ну что, давайте мы выйдем в главное меню, подведем некоторые итоги того, что мы видели. Игра захватывает, конечно, безумно, очень сильно эмоционально. Выматывает, скажем так. То есть, если какой-то у вас там стресс или еще что-то, вы зашли, там партиечку сыграли, и вообще супер. Все сливается нафиг, какие-то все мысли негативные уходят. Ну что ж, а я был рад видеть вас на своем канале. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.